Так фасад дома 108 по улице Степана Разина выглядел только в год постройки. Это здание возвели в начале 19 века. С тех пор капитального ремонта здесь не было. Анатолий Лобов прожил здесь больше полувека. Таким свой дом видел только на старых фотографиях. До и после, конечно, разница большая. Так что в этом отношении есть сдвиги. Сейчас с Волги пойдут гости. Красивый дом. Работы на Степана Разина подрядчики начали прошлым летом. Обновили фасад, восстановили лепнину, заменили балконные плиты. Летом установят балконное ограждение. Продолжится работа и еще на одном объекте. В прошлом году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу обновили фасад и кровлю 66-го дома по улице Куйбышева. Жители за ремонт не платили. Деньги пришли из федерального бюджета. Кровля была после пожара, то есть в неудовлетворительном состоянии. Вот, была выполнена реконструкция несущих конструкций стропильной системы. Вот, заменено кровельное покрытие, вот, полностью заменена вся обрешетка. Работа здесь продолжится и в этом году. Нужно восстановить вентиляционные трубы на крыше. Кроме того, вместе с управляющей компанией строителям нужно будет доработать технические детали. Красивый дом, сделали хорошо, провода висят. А трубы газовые не покрашены. То есть весь вид портится из-за таких мелочей. Вот здесь совместно должна быть работа, мне кажется, организована и фондом капитального ремонта, и управляющими компаниями. До 2018 года в Самаре приведут в порядок 87 домов, объектов культурного наследия. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.